Барху это Адонай Мевурах. Барух Адонай Амевурах Леулам Ваэд. Барух Адонай Амевурах Леулам Ваэд. Барух Ата Адонай Элогейну Мелех Хаулам. Шер Бахар Бану Микол Амим. Венатан Лану Эт Торато. Барух Ата Адонай Нотен Хатора. Амен. Мы зачитаем книгу Второзаконие, 5 глава, с 12 по 15 стихи. Шамор эт йом ха-шаббат лекадшо, кашер цивха Адонай Элогейха, шешет ямим таавод, васита коль мелахтеха, в йом ашвии шаббат ле Адонай Элогейха, ло таасе коль мелаха, ата увинха увитеха, веавдеха ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ועמתך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוצאיך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן ציווך אדוני אלוהיך Ласот эт йом ха-шаббат. Амен. Амен. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы также зачитаем на русском языке. Второзаконие 5, с 12 по 15. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон ни день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцей высокую». Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Аминь. Всем шаббат шалом. Вся парашата Шаво называется «Итханан» и «умолял». В русском перевели как «и молился». И наша сегодняшняя тема – это духовный прообраз шаббата. Я обязан немного затронуть само название параши «Итханан» и «умолял». Тут действительно есть очень много что сказать, но хочу обратить внимание буквально на несколько моментов. Во-первых, посмотрите, о чем умоляет тут Бога Моисей. Он не просит богатства, он не просит здоровья или процветания, он просит перейти и увидеть ту землю, за которую он вложил и потратил остаток своей жизни, когда те, из-за которых он не вошел, даже на минуточку не хотели туда попасть. Очень часто служителя и пастора не могут войти вот в это состояние Царства Божьего, к которому они так стремятся, из-за тех, которые провоцируют их выходить из себя. И сами не хотят пребывать вот в этом состоянии, в этом царстве. Второй момент, о чем сегодня мы умоляем Бога, или что является для нас мотивирующей силой в молитве. Другими словами, чего мы ищем у Бога в наших молитвах. Теперь наша тема про шаббат, и перед тем, как я... Вкратце хотел бы показать пару духовных прообразов шаббата, то есть на что указывает не только сам шаббат, но и его соблюдение. Я бы хотел немножко увидеть в тексте и через само слово «шаббат», для чего мы соблюдаем этот седьмой день покоя. В 15 стихе написано: «Потому и повелел тебе Господь соблюдать день субботний, потому что ты был рабом в Египте». Но Бог твой вывел тебя рукою крепкою и мышцей высокой. То есть ты был рабом. Другими словами, ты даже не имел представления, что такое быть свободным от суеты, от гнета, от рабства греха. И через шаббат Бог постепенно отучает нас от рабского мышления. И наш фокус начинает смещать себя на Творца. Мне нравится, что дважды в этом стихе и выше в тексте, который мы прочитали, есть вот эта фраза «Бог твой». Вопрос послушания и то, к чему мы более всего прислушиваемся, показывает, кто есть в нашей жизни Господин.
И в 14 стихе он не зря говорит, вот перечисляет список, да, «твой сын, дочь твоя, раб твой, раба твоя, пришелец твой» и так далее. У человека начинает срабатывать такой момент, что то, что ему принадлежит, да, он тоже ожидает от этой группы людей какое-то определенное уважение к себе, да. Так насколько мы должны уважать того, кому мы принадлежим, того, кто нас создал? Еще один момент, друзья, я хотел тут показать Иешуа вот, в выражении «крепкая мышца» или «рука крепкая и мышца высокая», да, в иврите более переводится как «сильная» или «протянутая». Во-первых, слово «рука» — это «яд», в гематрии имеет числовое значение 14, что мы знаем, это то же самое число, что у царя Давида, указывает на Иешуа Мессию, так как везде мы видим, Мессия выступает как потомок Давида. Слово «зроа» — это верхняя, это мышца, это верхняя часть руки, начиная с плеча. И если поменять огласовки, у нас также есть слово «заруа», что означает «посеянный», то есть в этом слове также есть корень слова «семя», «зера», то есть намек на то, что есть сильное семя, которое выводит нас из духовного рабства. То есть вот эта рука сильная и мышца крепкая, есть Иешуа Мессия. Теперь в Исходе 20 глава немножко другая постановка или сторона, объясняющая, зачем хранить шаббат. Там написано: «В шесть дней создал Бог небо, землю, море и все, что в нем». То есть мы видим, он создал верхний мир, земной и подземный, а в седьмой день он почил. Другими словами, Бог устанавливает границы, и когда человек переходит их, он уже пренебрегает авторитетом Творца тем самым и посягает на его позицию как на Бога, делая себя больше самого Создателя. Теперь, слово «шаббат» имеет несколько значений в иврите. Одно из них — это «ляшевет», то есть «сидеть». Всю неделю мы с вами бегаем по разным делам, да, суетимся. В седьмой день надо просто сесть и сделать остановку, сделать перемену. Потому что второе значение слова – это глагол «ляшув» – «возвращаться». Возвращаться к тому, что после всего, что мы достигли за 6 дней рабочей недели, мы все равно люди с вами. И есть над нами Бог, который дает нам все эти силы трудиться в течение 6 дней. Вот нам постоянно через шаббат нужно возвращаться к этому пониманию, что над нами есть Всевышний. Третье – это ляшвит, от слова «швита» – «бастовать». То есть в шаббат Бог дает полное право не работать, и никто не может тебя заставить это делать. И еще одно значение интересное, мне нравится слово «лишбот», означает «пленять» или «брать в плен». Это то же самое слово, я проверил, которое используется в послании Коринфянам, 2 Коринфянам 10 глава 5 стих, где говорится, что мы должны пленять в послушание Христу, да, наши мысли. То есть через шаббат мы пленяем всякое непослушание, бунт, злое начало, все, что стоит или восстает против Бога, да, именно когда исполняется наше с вами послушание. Теперь два прообраза самого шаббата. Первое – это прообраз тысячелетнего царства. Бог, создавая этот мир за 6 дней, да, он сказал также, мы знаем в Писании, что один день для него – это как 1000 лет, 1000 лет – как один день. Теперь 1000 на иврите – это элев, мы все знаем, да. Если поменять огласовки, у нас получается слово алев, что означает первый. Как у нас есть, допустим, в школах, да, первый класс, кита алиф. То есть нумерация буквы алиф – это также один. То есть мы видим в одном слове равенство цифры один и тысяча. Другими словами, Бог заложил историю всего человечества, где мы наблюдаем, что грех царствовал и царствует на протяжении 6000 лет, но на 7-е тысячелетие царствовать будет Господь.
и придет полный покой от греха. Поэтому, когда мы соблюдаем Шаббат, мы сохраняем с вами вот этот пророческий прообраз тысячелетнего царства. А нарушая или не соблюдая Шаббат, получается, мы как бы нарушаем вот этот духовный прообраз или принцип, как бы говоря, что мы хотим продолжать жить в седьмом тысячелетии, так как мы живем сейчас, вот в этом греховном мире, в греховном состоянии. Второе, Шаббат – это прообраз невесты. Причем это очень еврейское понимание, есть там разные четыре категории, которые хахамим, мудрецы, разбирают, сравнивая Шаббат с невестой. Но именно через то, что Бог освятил и отделил свой народ, вот как Шаббат, да, назвав его невестой, здесь у нас выходит вот этот прообраз невесты. Поэтому невеста без Израиля – это совсем не невеста. И Бог в нас, в Его народе, находит вот этот покой также. Да? Исайя 66, 1 и 2 стихи говорят об этом. И есть два места, где Бог говорит о том, что Он свой покой находит. Первое – это Шаббат, как мы прочитали. Да? Бог покоится в Шаббате. И второе – это Бог покоится в своем народе или в своей невесте. И если мы не отделяем этот день, то тоже нарушаем этот прообраз, говоря, что Богу не нужно освящать или невесте не нужно освящаться. Вот эти все вещи, они как бы имеют место для большей картины, чем просто соблюдение Шаббата. То есть важность сохранения Шаббата соединяет нас с важными духовными принципами и идеями, которые мы смещаем, когда перестаем светить или отделять этот день для Господа. И последний момент, что значит светить день субботний? Мы понимаем, что это значит отделять его, да? Но как? Вот, допустим, когда встречается молодой парень с девушкой, да, мы, например, с Викой, когда познакомились и встречались, жили в разных городах, и у нас получалось встречаться на общей территории где-то, может быть, раз в месяц или в три недели, да. И, конечно, каждый день мы общались, но когда встречались в какой-то день определенный, да, то делали его особенным, готовились к нему, откладывали все свои дела. То же самое тут. Мы тоже можем каждый день лично общаться с Богом, это понятно, но есть и другие дела в течение недели, правильно? В Шаббат – это отдельная особенная встреча с Богом, где нам надо все откладывать и, готовясь к этой встрече, полностью погружаться в общении с Творцом и Мессией Иешуа. Поэтому пусть Господь нас благословит и поможет нам в исполнении Его заповедей также исполнять заповедь о Шаббате. Амин. Давайте встанем. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן